Грипп в зимний период – распространенное и довольно опасное вирусное заболевание. Даже при минимальном контакте с больным риск заразиться очень высок. Помогает организму защититься от инфекции своевременная вакцинация. Ее проводят для всех групп населения. Мы прививаем прослойку населения для того, чтобы меньшее количество осложнений было на нашей территории. Даже беременные нужно делать прививку, потому что если не сделать ее, могут быть осложнения очень серьезные. Не каждый человек хочет температуру 40-41 и осложнения на разные органы и системы. Делаю прививку, чтобы сам не заболеть и людей не заразить. Вот реклама пошла, до этого как-то не обращал внимания, а сейчас вот работа такая, что с людьми. Чтобы избежать негативных последствий от возможных осложнений при заболевании гриппом. Делаю каждый год прививки и не болею. Я возродился, мы на месте, будем жить. Всех благ вам и здоровья. Врачи напоминают, что ежегодная вакцинация – важный этап борьбы с эпидемией гриппа. Для каждого сезона разрабатывается определенная программа. Она учитывает активность штамма в предыдущие годы и появление новых версий возбудителя заболевания. Несмотря на важность вакцины, многие отказываются делать прививки. Причины бывают разные. Говорят, что мы хронические больные. Наоборот, хронические больные более подвержены заболеваемости, особенно гриппом, ОРВИ, ОРЗ. В принципе, уговариваем, рассказываем, что это ничего страшного. Противопоказаний только лишь аллергия на яичный белок и открытая форма туберкулеза. Вакцина должна защитить не только от гриппа, но и снизить риск возникновения простудных заболеваний. На деле вакцинация – это практически безболезненный укол. Заболеваемость гриппом в Севастополе, по словам врачей, пока низкая. Но медицинские работники напоминают, чем больше людей сделают прививки, тем ниже вероятность эпидемии в зимний период. Виктория Дульцева, Александр Тарасенко, информационный канал Севастополя.